Завтра вся страна сядет за праздничный стол и будет ждать боя курантов. Ровно в полночь обезьяна передаст свои полномочия огненному петуху. Именно он по китайскому календарю станет полноправным хозяином 2017 года. В детской экологической станции герой будущего года в центре внимания. Каждый норовит погладить пернатого и накормить его вкусным угощением. Наша съемочная группа наведалась в гости к Анатолию. Именно так зовут огненного петуха. Привет, петушок. Скоро твой год. Как себя чувствуешь? Хорошим. Елизавета Галимова – частый гость детской экологической станции. Знает всех ее обитателей по именам. А вот с петухом еще не знакома, поэтому с интересом рассматривает птицу и пытается наладить контакт. Петя-петушок заметно волнуется, ходит туда-сюда и разговаривает на своем языке. Работники и гости мини-зоопарка обращаются к птице уважительно, Анатолий. Именно так зовут нового постояльца. Он появился в детской экологической станции недавно и стал 11-м по счету петухом в курятнике. Как только Анатолий появился у нас на станции, он сразу занял главенствующее место. Можно сказать, в центре нашей детской экологической станции. Он выжил нашего петуха и да, он показал, кто здесь хозяин. И решил, что все-таки символ года это Анатолий, потому что он по раскрасу очень похож на огненного петуха. Поэтому мы решили, что все-таки Анатолий это как раз и символ предстоящего года. Анатолий птица воинственная, но в то же время очень семейная. Работники мини-зоопарка говорят, что скучает он очень по своим курам. С утра до вечера кукарекает, словно зовет своих жен разделить с ним сытный завтрак, обед или ужин. Голос у Анатолия звонкий, слышно его на другом конце здания. Обезьянки. А вот ваш год заканчивается. Как вы провели этот год? Этот год у Лизы Галимовой выдался удачным, признается. Открыла в себе новый талант, научилась петь. Но самое главное, что все это время рядом с ней была семья. Все здоровы и счастливы. Мне очень понравился этот год. Мы с мамой ездили отдыхать. Играли вместе с сестренкой. Мне очень понравилось. А еще у Лизы сбылась мечта. Она очень хотела погладить петуха Анатолием, чтобы в новом году он принес ей удачу. Ольга Полякова, Артур Цвилюк, служба новостей «Импульс».